Ты, блин, вообще дебил. Ужас, 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 ужас. Что? А если бы ребенок упал? Ой, ты посмотри. Это вообще кошмар. Не, ну это ужас. А если бы упал ребенок? Улица. 216. Сашуль, подойди, пожалуйста, ко мне. Да. Дайте я ребенка обниму. Вы уже обняли ребенка. Попытайтесь у меня его украсть. Я вам сказал сразу, да, что я не собираюсь вести. Я еще раз говорю. Вы пытаетесь у меня украсть ребенка. Я не хочу. У вас какая дата общения у ребенка? В пятницу. 14 число. Вот в пятницу и приходите. В пятницу его не будет. Вот в пятницу. Я хочу его увидеть сейчас. Вы видите ребенка, но вы меня пытаетесь избить и отнять у меня ребенка. Правда? Да. Я вас избил. Я говорю, я вас избил. Да, вы меня пытаетесь. Вы побои снимите. Я сниму побои. Обязательно. Обязательно. Ну что там, долго? Сейчас и нет, уже с полицией. Дайте я ребенка. Просто. 8 числа приходите, общайтесь. 8 числа я не могу прийти. Лен, включи камеру. Ну что, что значит, вы не можете прийти? А? Вы понимаете, что вы наносите моральный вред ребенку? Я девушка, понимаю. Подержите, пожалуйста. Девушка, подержите, пожалуйста. А? Я понимаю, что я наношу моральный вред вам скорее. Мне? Да. Ей. Мне нет. Мне приходится потом ее успокаивать после ваших визитов. Сашуль, я хочу ребенка обнять. Вы вот только что обнимали ребенка, а потом вы начали у меня ее выхватывать. Я хочу ребенка. Я вам еще раз обнять. Да, девушка меня вообще не интересует. А чего вы тогда так близко подходите? Это моя внучка, я поэтому знаю, к ней прекрасно. Подхожу.